Здравствуйте, меня зовут Уля. Сейчас мы будем снимать видеообзор на такую замечательную куколку Monster High. Меня зовут Уля. Так, я уже не говорила. И сейчас мы расскажем про эту куколку. Не будем рассказывать. Она зовут Черна. Ее зовут Шипа. Дочь Водяного. Да. Вот такая она. Начнем про кукол. Почему они мне нравятся? Потому что они не летают какие-то там в облаках. Они просто ходят в школе и учатся. Так. Это вам еще я рассказала. Потому что мне нравится больше всего куколка вампирин. Потому что это все розовое. А я люблю розовое. Так, почему вы такая монстерская красивая? И всем она нравится. Потому что все думают, что она королева. Но она не королева, она просто вампир. Потому что у нее клыки. И сердечко на щечке. Почему мне нравится вампирин? У нее красивые сапоги. Теперь будем говорить. Это Блэкуала, это Дзенифайл, это Лакель, это Гуля, это Венела, это Клодин Вульф, это Эбби, это Лагуна Блу, это Дзин. Дзагланд, вот это Хани, вот это Спеткла, вот это Клёданил, это Вампилин, это Фрэнки, это Апилета. Вот. Я раскрывался в коллекции. Вот вся кухня Monster High. Здесь столик, типа Гилба. И такой вот столик, где там все продают покусать. И вот такой холодильничек небольшой. Вот. Всем пока. Голосуйте за меня. Всем пока.